Ребятушки, всем привет, всех вас целую, люблю, до Луны и обратно. В общем, ребятки, сегодня будет обзор. В этом обзоре будут новинки, но и также свой предпоследний обзор я закреплю в первом комментарии под видео. Чтобы не повторять, допустим, одно и то же, кому интересно, предпоследний мой обзор можете посмотреть, он тоже частично актуальный. Ну и для моих новых зрителей, либо новых подписчиков, объясняю, как происходит заказ. То есть вы посмотрели мое видео. Если вас вдруг что-то заинтересовало, что-то вам понравилось, вы мне пишите в WhatsApp все, что вы хотите. Пишите свой адрес, индекс, кто будет посылочку получать. Я ее оформляю, присылаю вам трек-номер для отслеживания и считаю товар с почтовыми расходами. Высылаю карточку, вы оплачиваете, я посылочку отправляю. Почтовые расходы плачу здесь я при отправлении. Вы при получении ничего не платите, просто забираете с почты посылочку и все. В общем, вот так вот просто происходит заказ. Зовут меня Юлия. Посылки я отправляю с Карачаевой Черкесской Республики. То есть мы живем между Ставропольским краем и Краснодарским краем. У меня ИП, то есть номер своего ИП я закреплю в первом комментарии под видео. Ну и первое, с чего мы поехали, девчата, это вот такие вот хлопковые платья. Платья длинные, длина их 1,30 м. Вот такой вот принт идет из ромашки. Они в разных расцветках. Я вам все расцветки покажу. И это у нас, девчата, размеры идут 56-58. Это платье у нас идет по груди 120 сантиметров. Бедра здесь идут любые, потому что оно трапециевидно. Но вы должны быть чуть-чуть меньше, чем 120 именно в груди. То есть это платье можно носить смело от объема груди 112. Вот, ну у меня вот 108-110, конечно же, девчата, большеватая. Вот, поэтому родные размеры это будут именно 56-58. Это у нас идет чистый хлопок. Длина платья 1,30 м. Стоит оно 2500. Вот, вот такая вот моделька. Платье просто шикарнейшее. Просто шикарнейшее. На лето, вот сейчас в жару, без синтетики, в чистом хлопке. И очень удачный такой фасон. То есть все вот какие-то проблемные места, если же они есть, если они имеются, все это дело закрывает у нас, скрывает, прикрывает. И вот такой вот принт из ромашки. И в общем платье в первом варианте в черном цвете есть. Первая расцветка. На мне, девчата, вторая расцветка. И сейчас я вам все расцветки по ним покажу. Третья расцветка в бежевом вот таком вот цвете. Четвертая расцветка в пудровом таком цвете. Качество у них, девчата, вот сноса, просто сноса им не будет. Четвертая расцветка. Пятая расцветка в цвете хаки. И шестая расцветка в белом цвете. Платье не просвечивается. Кто едет на море, вообще хлопок для моря. Это же самое то. Шестая расцветка в белом цвете. В общем, 6 расцветок по этому платью. Длина 1,30 м. Размер родной 56-58. Я, девчата, 52-54. Вы, может, думаете, как раз нет. 52-54, это платье будет большеватое. То есть, вот видите, когда руки опускаешь, вроде бы кажется, что как раз. Но нет, родной размер 56-58, длина 1,30 м, цена 2500 рублей. Второй вариант платья. Это у нас, девчата, размеры 72-74, то есть больше этих платьев уже не существует. Смотрите, по груди у нас это платье идет
154 сантиметра. 154 сантиметра по груди. 2,10 оно идет по бедрам. Видите, это у нас штапель. Штапель вот этого наивысочайшего, девчата, качества. Рукав. Ну, понятное дело, что на меня вот просто рукав сел. Но так до локтя идет этот рукав на большой размер. Расцветка очень красивая у этого платья. Цена их 2000 рублей. Два карманчика. Вот такая вот расцветочка. В то же время и интересная, но и в то же время не сильно ярко-броская, такая ненавязчивая. В общем, это размеры 70, 72, 74, просто смело. Длина этого платья 1,30 м, то есть и хорошая плюс длина. Второй вариант, цена 2000. Теперь у нас пойдут костюмы штапель. Третий вариант, костюмы штапель. Размеры у них идут с 52, девчата, по 56 размер. Длина брюк у нас идет 95 сантиметров. Брючки у нас сделаны бананами, либо как джоггерами, то есть они идут на резиночке, к низу зауженные. И так идут не в обтяжку, вот видите, как джоггеры. И, в общем, у нас это первая расцветка по третьему варианту. Цена этих костюмов 1500 рублей. Кофточки у нас идут очень свободного кроя. Вот такие вот они, разлетаечки. Вот. Длина брюк 95 сантиметров. Тоже, если какие-то проблемные какие-то места, все это дело закрывает, прикрывает. И, в общем, в третьем варианте первая расцветка. Вторая расцветка по третьему варианту. Все то же самое идет. Свободный крой блузочка. И брючки у нас идут на резиночке внизу, как джоггеры. Вторая расцветка. Штапель легкий-легкий. Я вчера, девчата, тоже видео показывала, что один из этих костюмов себе оставила. Кто-то спрашивал, а в чем ему только дома ходить? Нет, конечно. Просто я себе оставила для дома. Для дома, куда-то выехать. Вот так. Почему только дома? Не только дома. Так смотрится со спинки. Рукав у нас вот слегка ниже локтя. Ну, в три, рукав в три четверти. Здесь идет на пуговичках он. Это у нас расцветка на черном фоне. Вот эти цветы крупные, девчата, на черном фоне. Третья расцветка по третьему варианту. По костюмам, девчата, присылайте свои объемы. Объем бедер, конечно же, самое главное. Посадка у брюк высокая. Прям хорошая, отличная. Здесь они идут на резиночке. Внизу тоже идут на резиночке. Резиночка такая мягкая, не давит. По третьему варианту третья расцветка. Цена 1500, длина брюк 95 сантиметров. Кто хочет ориентироваться по моему росту, рост у меня 1,62 м. Рост 1,62 м. Шикарные, хорошие, девчата, костюмчики. И фасон такой интересный, и легкий. Просто вот вообще не ощущаешь на себе. Дальше у нас идут штапельные костюмы. Девчата, четвертый вариант. Четвертый вариант, тоже они будут в разных расцветках. Это у нас идет единый размер. 50, 52, 54. Да, единый размер. Здесь у нас брючки идут широкие. Видите? Длина брюк у нас идет 95 сантиметров. И этот костюм может одевать и 50 размер, потому что здесь идет у нас поясок. И вот этим пояском вы регулируете уже по фигуре.
Вот, а так и 52, девчата, и 54, просто смело. Кто хочет ориентироваться по моим объемам, то есть это вот прям мой размер, у меня объем груди, девчата, 108-110, смотря как померяешь, бедра стабильно 117. Вот, и мне этот костюм, то есть просто вот как раз в нем удобно сидеть, двигаться, наклоняться, потому что штапель, он же не тянется, но он очень легкий, то есть на лето это... Мне кажется, наверное, даже круче хлопка это штапель. И, в общем, в четвертом варианте первая расцветка на темно-синем фоне. Четвертый вариант, вторая расцветка. Это на сером фоне. Вот такие вот у нас желтые рисунки. И вот он идет поясок. Вы можете завязывать на поясок, можете просто так носить. Вторая расцветка. Рукавчик здесь тоже хороший. Удлиненный такой. Вот так вот с пояском смотрится. Видите? Цена у них тоже 1500. Длина брюк 95 сантиметров. Но здесь они уже идут вот, видите, не зауженные к низу. Четвертый вариант, третья расцветка на зеленом фоне, также поясок. По фигуре подогнали пояском. Так. Четвертый вариант, третья расцветка. Здесь карманов, девчата, нету у нас. И четвертый вариант, четвертая расцветка. Вот такие вот круги на черном фоне. В общем, цена этих костюмов, девчата, 1500. Размер единый, 52, 54, 50 тоже можно. Четвертая расцветка. Посадка у брюк высокая, и у тех костюмов, что я показывала, и у этих. Платье, пятый вариант. Это платье у нас идет лен с трикотажем. Вот это у нас идет все лен. До сюда у нас идет трикотаж, лен настоящий. Цена этих платьев 2200, длина 1,20 м, размерный ряд идет с 52 по 62 размер. Размером своим родным соответствует. На мне 54 размер, села идеально. Цена 2300 с 52 по 62 размер. Здесь у нас идут два карманчика. Здесь идет у нас, девчата, вот такой вот замочек. Замочек этот действующий. До сюда у нас идет трикотаж. Вот это все идет лен. Два карманчика вот таких вот. Тоже моделька такая хорошая, удачная. Какие-то проблемные места тоже все закрывает, прикрывает. Так смотрится со спинки. Лен настоящий. Трикотаж хорошего качества. Тоненький такой. То есть тоже платье такое не жаркое. Шестой, девчата, вариант. Вот такие вот хлопковые курточки. Тоже для морей на лето. Тоже чистый хлопок. Грамм нету синтетики. Цена у них 1500. Размеры у них 50-52, девчата. И 54. В общем, в трех размерах они есть. На замочке. Карман у нас здесь кенгуру. Здесь можно затянуть. С капюшоном. Рукав 3/4. Тоже чистый хлопок.
цена 1500. Также капри, девчата, в наличии есть. Размеры эти капри с блестящей полосой. С 48 по 58 размер они у меня. Цена на них 500 рублей. И точно такие же есть лосины. С 48 по 58 размер на лосины цена 600 рублей. Качество у них вообще просто отменное. Они не кошлатятся, они не вытягиваются. Очень эластичные, то есть хорошо прилегают, облегают. И, в общем, вот такой вот у нас пыльничек. Цена 1500 рублей. Сильно не просвечивается. И в то же время это, девчата, тоже настоящий хлопок. 50, 52, 54 размер. Седьмой вариант. Вот такие вот блузочки. Это у нас идет чистый лен, девчата. Спинка у нас идет чуть-чуть длиннее, чем спереди. Цена у них 1500. Размеры с 54 по 58 размер. Размером своим тоже соответствует рукав ниже локтя. Я, правда, не свой размер одела, но они вообще идут с 54 по 58 размер. Спинка длиннее. Тоже под какие-то брючки, под какие-то лосины. И ткань у нас идет лен. Вот такой вот принт у нас идет. Видите? Я вам сейчас ближе принт покажу. Вот такой вот принт, лен, легенько-легенько, тоже вот просто невесомая, рукав хороший, и цена, девчата, тоже это не на один сезон, такая вещь не на один сезон. Вот так вот, видите, руку вставляю, вроде как просвечивается, а так нет, так не просвечивается. Тоже невесомая, вот вес, не знаю, ну грамм 100-150, наверное, она весит. Тоже на лето шикарно. Восьмой вариант. Футболки, девчата, размеры именно большие. Эти футболки у нас идут на объем 150. 150 по груди, 150 по бедрам. В длину эта футболка идет 72 сантиметра от плечевого шва. Это у нас размеры, ну, от 66-х, девчата, и выше, и выше, и выше. И, в общем, цена этой футболки 1300. Это у нас идет хороший трикотаж с лайкрой. Размер этот не в растянутом виде, на объем 150. И три цвета у меня, девчата, по этим футболкам. В черном цвете такая есть, в салатовом цвете такая есть. Модненький принт на этой футболочке. И в белом цвете такая есть. В общем, три цвета футболки, большие размеры на объем 150. 150 в груди, 150 в бедрах. Цена 1300. Футболки. Девятый вариант. Это тоже большие размеры. Длина этих футболок 80 сантиметров. Цена у них 1200. И они у меня, девчата, в трех расцветках. Это тоже у нас идет хороший трикотаж. Вот на мне в бежевом цвете. Они идут все со стразами. Вот это все стразики, стразики. В общем, в бежевом цвете есть такая футболка, в белом цвете. И одна, девчата, в мятном цвете. Вот с такими вот буквами. Буквы тоже обрамлены вот так вот стразами. Вот это одна есть. Ну, эти, девчата, есть. Цена на них 1200. Длина 80 сантиметров. Одиннадцатый вариант, девчата. Одна вот такая вот туничка осталась. Тоже размер большой. 140 она идет по груди. 160 идет по бедрам. Цена у нее 1300. Одна единица. И двенадцатый вариант. Тоже одна единица идет на объем 150. Цена 1200. Тоже вот такая футболочка, туничка. В салатовом цвете. Вот это у нас идут стразики. Видите? На объем 150.
Цена 1200. 12 вариант. 1 единица. Платье 13 вариант. Вот такой вот красивый цвет. Это у нас идет цвет изумруд. Два карманчика. Хороший, девчата, рукав ниже локтя. Это у нас идет штапель. Штапель хорошего качества, отменного. И, в общем, это платье. Цена 2000. Размеры идут с 58 по 64. На мне 58 размер. Иногда кто-то думает, что вот мне... Нет, это, конечно, уже большое платье. Просто когда руки опускаешь, кажется, что это, допустим, мой размер. Нет. Размером соответствует вот это родной 58 размер. Ну и также по 64 они. Присылайте свои объемы. На эти платья нужны объемы по груди, конечно же, рукав, девчата, потому что большие размеры, это, соответственно, полные руки, чтобы руки тоже вошли. А так вот, смотрите, рукав у нас идет чуть-чуть ниже локтя, длина 1,30 м. И невероятная расцветка такая, знаете, вот прям вот хочется взгляд остановить в нее и утонуть как-то в ней. Цвет изумруд. 13 вариант. Цена 2000 рублей. 14, девчата, вариант. Это у нас платье встречевый трикотаж. На мне зеленый цвет. Сейчас я вам ближе покажу. Вот такой вот рукав у нас идет. Видите? Вот такие вот стразы проходят по всей длине платья. По всей длине платья. Низ у нас тоже идет вот такой же, девчата, как рукав. С шифоном. Вставка с шифоном. Цена этих платьев 2000. Длина, девчата, 1,20 м. И это платье у меня в 54 размере. И одно в 58 размере. Это в зеленом цвете. По ним еще есть черный цвет. Сейчас я вам покажу. Это у нас идет стрейчевый, девчата, хороший такой трикотаж. Но платье нарядненько выглядит. И это же платье у нас в черном цвете в 52 размере. В общем, в зеленом цвете у нас 54, 58 размер. И в черном цвете 52 размер. В общем, вот такие вот расцветки и вот такие вот размеры. Все то же самое. Также стразы у нас здесь проходят. Рукав у нас идет шифон. Вот здесь вставка. Низ тоже идет вставка из шифона. Зеленый 54-58, черный 52. Цена 2000. 14 вариант. 15 вариант. Вот такое вот платье. Длина, девчата, 1,25 м. Так, карманов у нас здесь нет. Это платье у нас идет с капюшоном. Размер единый 52-54. Рукав идет на резиночке в 3/4. Можете приподнять его, можете опустить. Здесь у нас идут завязочки. Цена этих платьев 52-54 – 1200. Капюшон тоже можно для антуража носить, можно носить, можно не носить. И, в общем, эти платья у нас идут в трех расцветках. На мне, девчата, в зеленом цвете это платье. Это платье в рыжем таком цвете идет, в коричневом. И это платье идет на темно-синем фоне. В общем, синяя, зеленая, рыжая. Три расцветки по этим платьям. Вот видите, три расцветки. Цена 1200. И последний, девчата, 16 вариант. У нас костюмы Боха. Каждого костюма по одному. Осталось их три расцветки. Все три я вам сейчас покажу. В общем, это родной размер 54. Но также, девчата, допустим, у кого вот грудь большая, по груди 56 тоже подойдет. У кого по груди 56. Объемы свои пришлите, я вам точно скажу. В общем, смотрите. Здесь у нас идет разрезик вот такой на юбке. Юбка такая вот прям фасон Боха. Карманы. Кофточка здесь идет летучая мышь.
То есть большая грудь сюда подойдет. У кого 56 размер, цена этих костюмов 3200. Остались вот по 1 единице. Вообще родной 54, но 56 пришлите свои объемы, я вам точно скажу, подойдет или нет. В общем, в цвете василек идет этот костюм. В цвете горчица идет этот костюм. Но вот этот костюм, девчата, 52-54. Этот 56 не подойдет. В цвете горчица 52-54. Цена также 3200. Здесь у нас уже идет вот такой вот принт, видите. Также разрез идет на юбочке. И в красном цвете идет этот костюм. Это тоже подойдет, девчата. 54 это родной размер, 56 у кого грудь большая, пишите объемы. В общем, вот так вот смотрится в красном цвете этот костюм. Цена на них 3200. Стиль боха. Это у нас идет трикотаж, девчата, отменный, а просто обалденный трикотаж. Но этих костюмов я очень много, девчата, отправила. Вот, осталось по 1 единице каждой расцветки. Ну и на этом я, в принципе, с вами прощаюсь, девчата. Сейчас покажу вам еще челмушки. Вот, челмушки, это у нас идут на лето. Это у нас идут батистовые челмушки. Так. Цена их 700 рублей. Вместо платка, вместо косынки, потому что вот вы их одели, все, ее не надо двигать, поправлять. Она с вас слезать, слетать не будет. В фиолетовом цвете такая есть. Так. В голубом цвете такая есть. В цвете бирюза такая есть. Так вот, в цвете бирюза смотрится. И еще, девчата, одна в бежевом цвете. Ну, я на этом свой обзор сегодня заканчиваю. Видео мое, предпоследний мой обзор, он актуальный. Вы можете посмотреть. Там много халатов, там много очень штапельных, девчата, платьев. Вот. Туничек. С того обзора, с предпоследнего, там тоже есть что выбрать. Просто если сейчас я начну все это заново снимать, во-первых, затянется, кто будет смотреть такое длинное видео. А так вы можете что-то скомпоновать, допустим, с того обзора, с этого обзора что-то скомпоновать в одну посылку. В общем, все. На этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно. Всем пока.